Веган это тот, который вообще не ест ни мяса, никакую еду, кроме травы, фруктов. Веган это кто не ест молоко, твороги всякие, мясо, а только ест всякие фрукты и овощи, и бобы, и орешки. Вегетарианец, который не кушает мясо, а не кушает молоко. Я ем мясо. Это те, кто не едят мясо, молоко, твороги всякие, яички, а едят всякие бобы, там орешки, травку, фрукты, овощи, ягоды еще. Они не едят мясо, они дохлые и слабые. Потому что он против, чтобы животных убивали. А есть люди, которые не едят. Это иногда вредно, потому что человеку все равно надо мясо кушать, а еще курочку. У нас был сосед-вегетарианец, и у него через 5 месяцев жена ушла.